Жительница Барнаула переехала в столицу Чувашии и теперь делится своими впечатлениями о жизни в новом городе. Что ее удивило в Чебоксарах в нашем сюжете? Всем привет! Скоро ровно год, как мы переехали в Чебоксары, и я решила вспомнить, как это было, что меня удивило в Чебоксарах, когда мы сюда приехали, когда только начинали жить, знакомиться с этим городом, с людьми, и сегодня я вам об этом расскажу. Семья Останиных недавно отметила свою первую годовщину жизни в столице Чувашии. Глава семьи, Дмитрий, уже не раз посещал город по делам. Когда ему предложили здесь постоянную работу, сразу же решились на переезд. Свой блог на YouTube Дарья завела давно. Там она показывала видео про путешествия по Азии. А полтора месяца назад появилась идея рассказать подписчикам о новом месте жительства. Город сразу же удивил семью Останиных. Самое первое и запоминающееся – это отсутствие комаров. Действительно, ни комаров, ни мошек в Сибири – это большая проблема, и нас там буквально съедают. А здесь мы ходили, гуляли, так здорово. Очень чистый город. Нет никакого смога, нет никаких выхлопов таких. И летом приятно пройтись, прогуляться. Остальное о Чебоксарах тогда добавит наш папа. Что первое бросается в глаза летом – это то, что очень много разной растительности. Вот. Как-то в Чувашии вот за этим следят, видимо. Вот. Отсутствие пробок. Вот. По сравнению с Сибирью, опять же, ну, если сравнивать, то очень мало машин. В настоящее время Дарья находится в декретном отпуске. У нее два мальчика – Степа и Лева. Они часто становятся героями маминых видео. Больше всего Дарья любит снимать местные достопримечательности. Ну, самое любимое – это, наверное, Красная площадь, где мы находимся, потому что недавно ее открыли. Мы в полном восторге от нее, сколько здесь делали много всего интересного. Еще нравится в парке Амазония гулять по выходным. Очень ждем, конечно, открытия всех аттракционов, чтобы детям уже было намного веселее. Поскорее бы сняли уже ограничения. И, конечно, будет намного интереснее гулять по выходным. На канал Дарьи подписаны почти 3500 подписчиков. Большинство из них – жители нашего города. Они активно оставляют отзывы под видео, рекомендуют новые интересные места, учат семейство чувашским словам. Мы стараемся снимать, конечно, все максимально честно, правдиво. И многим интересно видеть такой вот отзыв, что мы не видели Чебоксары, то есть мы видим все в первый раз. А некоторые люди уже давно, такой взгляд замыленный. Да. Вот. И поэтому говорят, как классно послушать про свой родной город, он действительно очень хороший. Так блогер, теперь уже чебоксарский, расширил географические границы столицы республики. После ее видео подписчики точно захотят увидеть город на Волге. Анастасия Миловидова, Игорь Зверев, Республика.